Собраться в картинг-центре ребятам из подростковых клубов не помешал даже сильный мороз. Столь велико было желание промчаться на железном пони по зимней трассе. Некоторые опытные водители выходили на старт не впервые. Специалисты молодежного центра организуют для своих воспитанников подобные соревнования несколько раз в год. Другие же, несмотря на суровые условия, рискнули сесть за руль карта в первый раз. И, несмотря на некоторую робость, от мечты отказываться не думали. Главное – внимательно выслушать наставления тренера. Поэтому поплавнее нажимай, чем плавнее будешь нажимать, тем быстрее будет ускоряться машина. Конечно, команда на старт прозвучала не сразу. Сначала надо было опробовать машину. Ну а после нескольких тестовых заездов начались испытания на прочность. Особенно бурно реагировали зрители. Ой, мамочка! Скользкая трасса, скорость, снежные вихри из-под колес. Но, к всеобщему удивлению, в числе вышедших на старт были и девушки. И ни одна не сошла с дистанции. Хотя без неприятных моментов не обошлось. То и дело, карт утыкался носом в снежный сугроб. Зато какой адреналин. Очень все обрадовались, потому что давно хотели попробовать собраться вот. И тут такой подарок. Один раз пробовала кататься, в Норвегии было. Правда, трасса была немного поменьше. Вот, ну, круто, понравилось. На поворотах у меня все время заглушало. Вот, и как-то так. Не понравилось это, конечно, но потом приехал, конечно, третий, но ладно. Команды подростковых клубов «Орбита» и «Радуга» к победе стремились с одинаковым рвением. Дружба дружбой, но первыми стать все-таки очень хочется. Я шестой раз уже это. Шестой? Я еще летом только. Тут была не круговая трасса. Просто вот в полуфинале я врезался, мог бы победить. Специалисты автономного учреждения «Молодежный центр» особое внимание уделяют сегодня ребятам из клуба «Орбита». Клуб «Орбита» у нас сегодня выступает в таком новом амплуа, потому что этот клуб был после лета немножко перепрофилирован, сменил свою сферу деятельности в результате успешного проведения летней занятости совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Занятия в клубе сплотили орбитовцев. Во многом благодаря этому им удалось стать абсолютными чемпионами кубка. В личном же зачете бронзу завоевал Николай Зимин. Второе место у Ксении Колгановой. Победителем стал Дмитрий Шаларь. Наталья Березовская, Александр Сорокин, Артем Антонов. Медиагруппа «Наш город».